В сентябре будет 99. Ветеран Великой Отечественной войны Семен Маджуев, несмотря на то, что он ровесник века, передвигается самостоятельно и может вспоминать о многом. Что не понадобилось было. Ну в каком? В 42-м? В 42-м тебя призвали? Не, в 42-м я попал в Кирки. Вот. Там погранотряд. И там это... Кыргызстандыктардан өзгөчө офицерская дивизия. По информации руководителя Совета ветеранов войны Чуйской области, в той страшной войне приняли участие порядка 30 тысяч уроженцев Сарыөзена. Среди них были кыргызы, русские, украинцы, казахи, узбеки и представители других национальностей республики. Половина не вернулись, они остались там в поле боя. По Кыргызстану всего разных национальностей 75 человек героев Советского Союза. Из них 26 из Чуйской области. В основном большинство героев – это пехотинцы. Были летчики, вот дважды герой Советского Союза, Талгат Бигельдинов, он с нашей республикой призывался, казах. По национальности казах. И летчик Исмаил Таранчиев.